Сереге рассказываю вам, пацаны. По поводу Сереги, что могу вам сказать. Мы уехали в 5 утра с Берии, Серега остался спать на студии. И потом, наверное, многие спали, короче. Многие спали, но потом приехал Линк обратно на студию. Запустил стрим, они посидели, поиграли в казино и потом все разъехались. Как я понял, Сережа поехал спать домой, то есть к Наташе. Поэтому стрим от Сереги, пацаны, ждите, наверное, не знаю, вечером, блядь. И, короче, ситуация была веселая. Ситуация, такой кадр, как бы, как мне Виктория Викторовна. Прекрасная женщина. Тебе было видно, как ты радуешься. От Виктории Викторовны пахло ромашками. Приятно от нее пахло, не тряпками? Да, не тряпками. У нас тебя ВВ ищет, конечно. Да, конечно, после таких... Выбирает твой парень, да. Он бросил свою девушку ради меня. Это калыч молодости, да, пацаны. Да, пацаны. Идет, как назвать со стороны калкалыч, когда ты им становишься? Калычизация. Пацаны, новый у нас есть морализация, а теперь будет калычизация. Да не двигай, а потом переделайся. Пацаны, я понял, про Киеву 20 как говорить. Мы их убрали с Бигзотиком, блядь. Я отдал Сереже, когда мы вернулись со студии. Он даже забыл про эти 20к, блядь. Я ему говорю, открой свою книжку записную, нахуй. Он открывает книжку записную, а там 20-ка лежит, ебать. Это тоже неплохая идея. Давайте, за стрим, за чатик. Вопрос только, спит ли Серега или нет, надо. Пацаны, его номер есть у всех. Звоните по WhatsApp. Там гудки проходят. Это такой лайфхак вам. Сейчас я выведу себя. Пахло у Виктории Викторовны изо рта невероятно. Бля, пахло. Номер-то какой у него охуенный. Она же врач, да, получается? Кто она? Стоматолог. Как вы думаете, как пахнет изо рта у стоматолога? Охуительно. По поводу твоего доната, я тебе скажу так. Я повышал голос только тогда, когда она ко мне подходила, и я стоял на костылях, и я боялся, что она меня может толкнуть или еще что-то, я могу упасть. Я ее никак не оскорблял, этот раз. Два, я просто наблюдал за пиздецом, как бы. Не знаю, могу быть неправ, но я не спорю, что я тоже перегибал там планку, блядь, но это был контент. Чем пахнет, бля, я чувствую, что такое хуйню пахнет. Тихо. Газа. Бля, только не вздумайте курить здесь сейчас, блядь. Мы курили все. Вот так ты имеешь в виду сделать? О, ебать. Минут 20. Вот посмотрите на этих минут двух придурков. Минут 20? Да. Посмотри на этих двух придурков. Я на сутки оставлял так. Да не включай, блядь! Ладно, мы быстро умрем, успокойся. Придурок, ты что делаешь? Кстати, может не перед компом, если она прыскать будет? Я да она не будет. А. Долбоёб! Придурок, нахуй! Да не смеши его, не смеши его! Сверху. Ты чё, ты нахуй не умеешь пить? Нахуй ты, блядь, это делаешь? Как? Тащи, блядь, давай швабру быстрее сюда, Вань. Дай, пожалуйста, швабру. Стой, вот сюда я засунь другую, да. На, братик, швабру. Ну, охота вытирать, блядь, хуёвая идея. Такая швабра уже ничего не... Блядь! Да он больше на себя пролил. Ну, вот Антоха, именно, блядь. Контент, пацаны, спасибо небрачному внука. Иди в ванну, подумай. Подожди, мне это выпечатать. Давай, ножницы уже не нужны явно. Не-не, только не зарежь меня, нахуй. Нахуй. Кто бы мог подумать? Это ж... Не... Ну выпил? Не, стоп, выпил, ёпта. Даже я половину пролил, но выпил. Блядь, мне в руках застекло. Иди в твою... Никто не отвечает, нахуй. Вот. Сергей Симонов. Телеграмму? Ну. Не, по WhatsApp надо вот это... Только номер не спали. Да тут не спали. Мало ли. По WhatsApp надо, по WhatsApp. О! Я тоже. Давай со своего наберу, Симон. Спасибо, сказать не забыл. Это Дон Симон у руля.
Да, вот нам он не ответил, а тебе ответит. Конечно. Да. Ладно, забираю эту хуету. Селедка, сель, точно. Ну.